Отставка Армена Саркисяна с поста президента Армении имеет геополитический подтекст. Как передает Ахар Ас, об этом написал в Facebook армянский депутат от оппозиционного блока Астан Артур Казинян. По его словам, непонятно, почему об отставке было заявлено сейчас. Причем вечером в воскресенье. Несколько дней назад Саркисян получил финансирование на солнечную станцию в 200 мегаватт из ОАЭ. И было заявлено, что это только начало. События развиваются очень быстро, а у отставки очевидный геополитический подтекст. По словам депутата, нельзя поспорить лишь с одним: в Армении произошли политические изменения, а дальнейшее развитие событий может привести к полной смене власти. Нужно быть бдительными, трезвыми и осмотрительными. Ставит вопрос существования армянской государственности. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.